Как мы вовремя подошли. Сонное царство. Ой, извините. А Персей даже не это, голову не поднял. Звуков не издавал. У него аж язык вон торчит. Такой расслабился. И учи, по-моему. Тоже язычок. Это клёпа заклеила тут все. Ты видела? Угу. Ну ты же выше меня. У тебя там и вид лучше, и воздух чище. Сама себе завидую. Опять кто-то заводит. Ну что, клёпа, ответь нам. Нет, все силы ушли. Какие тени от нас темные. Уйдите. Куда уйдите? В сторону уйдите. Растворюсь. Давала? Давала. Ну все, попели. Кай, красавчик. Мальчик. Хорошенький. Да, Кай? Красивый. Солнце садится. Такие подсвеченные они все получаются. Красивые. Малыш лапоньки сложил. Ой, пося, пося. Ждем второго захода. Ну, молодняк заводится. А тут, как и было сонное царство, так и осталось. Никто никуда не торопится. Персей только перелег он. Ну-ка, ну-ка. Что тут это в домике? Зашла в домик порядки наводить. Тапочки найти не может. Ну, девушки. Мы в тебе верим, давай. Ты умеешь. Там стараются. Она ждет, пока там закончат. Что тут заводить, да? Спокойно себе лежим. Все остальные слишком далеко.
Тишина. Только птицы какие-то орут. Так это был не Персей. Это был... А, или Персей. А вон гек лежит. Да, это Персей. Персей. Что это такое, Чипа? Не твоя, что ли? Это как это так вообще? Вот так проворонил. Спать меньше надо. Смотри, что происходит. Так, так. Так и твоя, да? Как посмел вообще. Ага. А Персей не промах такой. Глядит, Чипа спит. Ты, ну, ты что бы, не, вроде так девушка, не против. Лежит, да. Ну ладно, смотри, смотри, она его так головой боднула. Ну ладно, да, ничего ж не было. Ну, он к ней рядышком. Вот это номер. Посмотри, как это. Смотри, смотри, он еще вот недоволен. Угу. Вот так вот. Она такой, знаешь, мороз не раз, ну, меня, да, спасал. Что такого? А что такого, да. Не, вообще, конечно, если проецировать на них человеческие качества, то получается забавно. А так-то они просто животные. У них вот это вот нету мое-твое, там, твое, да. Ты моя жена, там. Нет, это просто львы. Кто вот раньше встал, того и тапки. Ну, девушка не против. Персей такой тоже на морозе. Хорошо, я, да. Я тут живу в этом вольере вообще-то, скажи, да. Делиться надо. Чука, ты чё, да? Ой, Чипа. Клёпа такая. Осуждаю. Нынче молодежь себя ведет неправильно. Осуждаю. Одна белочка наша. Вот. Идет. Красоточка. Спит. Красоточка. Ой, какие страсти. У нее все хорошо. Куда саделечка пошла домой? Не зажжешь с вами. Пойду домой, вот чайку попью. Конечно, тут у вас страсти, мордасти. Ну, такие неторопливые, скажу я, страсти. Ну да. Клёпа, да? Какой твой язык этот. Красотка. Такая, что старушке можно и с высунутым языком поспать. Чё бы и нет. Слюна не капает, и то хорошо. Ну. Тигры там, да. Ау, ау. Проснулся гек. Обнимашечки. Так, так. Не надо их тут сталкивать лбами. Иди ко мне. Как же веселуха. Веселуха. Драка, драка. Вот ты, конечно, красотка, да? Ты со всеми. Правильно, а дети возьмут гены лучшего. Что вот это вот? Тут, в принципе, три достойных льва. Ну да, выбирай любого. Да, у кого-то возьмет харизму, у кого-то силу. У кого-то просто цвет. Просто цвет, да. Ой, ой, ты глянь. Что, гека? Не подходит? Слишком свободная женщина.
Независимая, да? Да-да-да. Неразборчивая. Геки не подходят. Ветреная. Вот так. Веселухи не получу. Если вас не поймешь, что вам нужна веселуха, то не нужна веселуха. Что ты, Гека? Красавчик. Ухаживай за красоткой. А что налегла вот так? Как зайчик. Там вот орда уже который раз запевает. Угу. Проснулся Гек. Обнимашечки. Так, так, не надо их тут сталкивать лбами. Иди ко мне. Как же веселуха. Веселуха. Драка, драка. Вот ты, конечно, красотка, да? Ты со всеми. Правильно, а дети возьмут гены лучшего. Че вот это вот? Тут, в принципе, три достойных льва. Ну да, выбирай любого. Да, у кого-то возьмет харизму, у кого-то силу. У кого-то у просто кого-то... цвет. Просто цвет, да. Ой, ой, ты глянь. Что, Гека? Не подходит? Слишком свободная женщина. Независимая, да? Да-да-да. Неразборчивая. Геки не подходят. Ветреная. Вот так. Веселухи не получу. Если вас не поймешь, что вам нужна веселуха, то не нужна веселуха. Что ты, Гека? Красавчик. Ухаживай за красоткой. А что налегла вот так? Как зайчик. Там вот орда уже который раз запевает. Ой-ой-ой. Сопротивляется. Да нет, это именно наоборот, поближе его прижимает. Ну ты спать что ли хочешь? Устала? Ага, лежит. Лизану хоть конфетку. Не лежит даже. Ну, смотри. Нормально все. Нормально? Лежи, лежи, да. Ползает он. Не. Все у них хорошо. Вот такие львиные страсти. Гека звуки издает бесподобные. Все хорошо. Все счастливы и довольны. Чуку такой. Ой, господи, к чипу. Что такое? Чук, наверное, нас вспоминает тут рядом. Чего они только их снимают? Ну? Орда там заводит. Запевает. Эй, ага. Рать, вы дадите о себе знать? Ну, уже зовут, зовут. Не второй раз, если не третий. Пляж Динамо, алло. Не дождетесь. Пойду гляну на это сонное царство.
Чука. Вот ты ж не спишь. Кто тут хороший мальчик? Лень спеть, что ли? Будет петь. Никто не будет петь, судя по всему. Да. А где девку дели? А где Лола? Где это Лола? Куда дели девчонку? Там, вон она там. В уголочке. В уголочке. Лола тоже еще в перекличках не замечена. Лол! Лола! Лол! Ау! Девочка! Ау! Где девочка? Где это? Такая, где девочка, я знаю. Где вкусняхи? Где эта девочка-то? Где эта Лолушка? Где эта Лолушка такая, красавица? Ау! Ты маленькая такая. Как ты тут? Уже все, солнышко садится. Спать пора скоро будет, да? Да, пора спать. Да. Оу. Там опять завывают. Что у тебя за мужики такие не музыкальные? Малыш вроде был певцом хорошим. Что ты, красотуня? Красотуня. Лола ушла в домик, и сразу три мужчины поднялись. Такие уже вроде никто и не спит. Что такое, взбодрились? Ну, нет, Лолка в домик ушла. Лолка? Да, мимо них прошла, и они втроем такие раз. И теперь, наверное, гадают. Так, кто там? Кто там? Ну? А поддержат? Алло, пивуны. Кто тут у нас? Нет. А, да, наверное. Или здесь вот львица. А кто тут? Тут все, нет? Львица тут. А, львица тут. Могла я, она. Ну да. Кто-то у нас. Уже в домик заходит, да? Угу. Смотри, уже почти все зашли. Что такое? Все, да. Осталась наша белочка. Солнышко спряталось, сейчас и она уйдет. Ой, такие зубки. Прям зевают она. Угу. Вы что, спать собрались? Малышек тут к забору подошел. Проверить, что там соседи спали. Идти со мной. Выспались, нет? Уже все, солнце садится, холодает сразу, уже, да, так ощутимо. Хочется.
Ой, ты. Будьте здоровы. Кто чихнул? Кто чихнул? Почихнул. Закат у нас. Чуть-чуть, еще полчаса, и солнце сядет уже. Оно быстро садится.